Так, дорогие друзья, находимся в Сусе. Сейчас двигаемся по направлению в порт Эль-Кантауи. Кантауи, не знаю, правильно или нет, наверное, по-французски. И что же мы видим? Боже мой, что же это? Что же это за речка такая интересная? Чего там интересно? Ну, про мусор я молчу. Ну, отсюда просто запаха я не слышу, но есть предположение, что это стоки. Не знаю, так ли это, но что там мне так кажется. Цвет воды там как бы... зацвело там все. Ну, можно предположить, что это реальные стоки. И они впадают, догадайтесь, куда? Та-дам! Туда. Ладно, мы идем дальше. А вот запах я почувствовал, похоже. Наверное, все-таки это стоки. Ну, цвет, как бы, говорит, что равно. А с другой стороны, видимо, это какое-то русло реки. Вывели специально для того, чтобы в случае наводнения, как сейчас это происходит в Израиле и в Шарм-эш-Шейхе на Синайском полуострове, в Табе, разделали, чтобы не затонуть чертовой матери.